Всем привет, с вами Killboss, и сегодня я вам покажу, как изменить параметры разрешения экрана в игре Counter-Strike 1.6 Steam без входа в игру. То есть это бывает нужно, когда в игре у вас очень плохо маленькое разрешение, вы не можете, например, изменить настройках. Так, кликаем правой кнопкой мыши рабочего стола, нажимаем разрешение экрана. Смотрим, какое у нас разрешение экрана. 1280 на 1024, это в моем случае, в вашем случае будет другое. Может быть такое. Мы пишем, открываем блокнот без имени и вводим такие вот значения. W, пробел 1280, пробел -H на 1024. То есть все у вас соответствует должно быть, как и здесь. Копируем это, Ctrl+C или вот так, как вам угодно, и открываем Steam. Открыли Steam. И нажимаем по Counter-Strike правой кнопкой мыши и свойства. Во вкладке «Общие» нажмем «Установить параметры запуска». Я уже все проверил, все прекрасно работает. И вставляем то, что мы сейчас напечатали. Нажимаем «Ок». И в следующий раз, когда вы зайдете в игру, у вас все будет в порядке. Вы можете изменить настройку то, что захотите. Надеюсь, я вам помог. Данная проблема очень распространена в данный момент, особенно на Windows 7. Вот. Ну, скоро будет новое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо.